Глава региона принял участие в церемонии открытия технического музея. Он был закрыт на реконструкцию с начала года. Ремонт музея не ограничился отделкой помещений. Выставочная площадь была увеличена на 200 квадратных метров. Коллекция пополнилась новыми экспонатами. В музее также открылась экспозиция, посвященная кустарным промыслам Нижегородской губернии. В ходе церемонии Глеб Никитин вручил благодарность губернатора, создателю музея и коллекционеру старинной техники Вячеславу Хуртину за многолетний добросовестный труд. Коллекция фантастическая, это, конечно, гордость и состояние Нижнего Новгорода.